Доброго времени суток! Сегодня в центре внимания пособие от Translation and Study Center Best Result. Данное пособие предназначено для подготовки к устной и письменной частям ЕГЭ и ОГЭ. Ребята недавно выпустили e-буки к своим сокровищам, и теперь их можно приобрести в официальном магазине. Ссылочка будет в описании. Первое, что бросается в глаза, это приятный дизайн и интуитивно понятная структура, с нее-то мы и начнем. У всех пособий общая последовательность. Ответы на часто задаваемые вопросы, задания, модели ответов. Звучит просто, но на деле готовьтесь удивляться, если ранее вы с этим пособием не работали. Я детально пройдусь по устной части ЕГЭ и маленько зацеплю письменную. Итак, устная часть ЕГЭ. Первая восхитительная и заранее продуманная вещь — это список тем. Представлена она в следующем формате. Мы видим номер теста и перечень тем, которые он охватывает. Для чего это нужно? У каждого студента есть темы, которые он отлично понимает и хорошо в них разбирается. Но на экзамене будет лотерея. Может попасться тема про космос, а студент в ней плавает настолько, что для него световой год является антонимом году без света. Для студентов это будет шикарным поприщем практики на незнакомых темах, чтобы они научились быстро в них ориентироваться, ровно до того уровня, чтобы хватило справиться с поставленной задачей на экзамене. Следом мы встретим раздел с методическими рекомендациями, которые представлены в виде ответов на часто задаваемые вопросы. Перечень внушительный, за одно занятие это все не взять, поэтому, на мой взгляд, имеет смысл делать следующим образом. Если мы тренируем первое задание, то потихоньку разбираемся с рекомендациями именно к этому заданию. Рекомендации даются не только общие, но и практические, с примерами. Например, в устной части ЕГЭ ко второму заданию представлен question bank, в котором вы обнаружите наиболее часто встречающиеся вопросы на экзамене. Для удобства вопросы разделены по темам. Для третьего и четвертого задания представлены примеры, которые можно адаптировать, видоизменять, комбинировать на ваше усмотрение. И это мы до сих пор в методических рекомендациях. Кроме шикарного пособия, на сайте Translation and Study Center можно приобрести не менее шикарный мерч. Для покупки доступны яркие футболки, теплые свитшоты, худи и сумки-шопперы, дизайн которых не оставит вас равнодушным. Вещички подойдут как для вас, так и для ваших студентов. Ссылочка на шоп будет в описании. Следующий раздел содержит практические тесты. Пособию прилагается аж 30 штук, в каждом из которых по 4 задания. Все задания выверены и в полном объеме соответствуют экзаменационным по тематике в соответствии с кодификатором. Вы встретите аутентичные тексты, которые написаны совместно с носителями языка. Аудио из третьего задания выполнено супер профессионально, озвучка высший класс. Недавно было выпущено обновление электронного пособия, и аудио можно проигрывать, не выходя из книги. Для этого необходимо кликнуть по иконке наушников в правом нижнем углу и выбрать необходимое аудио. Task 3. Hello everybody, it's Teenagers Round the World channel. Our guest today is a teenager from Russia, and we are going to discuss music. Ну и заключительная часть — это ключи. Это не просто образцы выполнения к заданиям, это полноценные детальные разборы. В устной части к первому заданию представлен пример того, как нужно отчитать. Можно прям послушать эталонный ответ и использовать это как опору. Вместе с тем, повторяя речь за записью, можно значительно улучшить качество речи. Поэтому не забываем просить деток записывать аудио вместе с диктором. Кроме того, в текст внесли значки, которые помогут сориентировать, где нужно изменить интонацию, покажут хитрые ударения в словах и, что немаловажно, покажут, где нужно сделать паузу. Позаботились еще и о проблемных словах, которые представляют угрозу, на которых можно потерять балл. Они вынесены в отдельный список с транскрипцией, дефиницией и переводом. Модель второго задания также впечатляет.
Она масса вариантов того, как можно задать вопрос. Вы ни в одном пособии не найдете такого. Варианты вопросов разнообразны и очень естественны. В третьем задании представлен огромный перечень вводных фраз. Такие модели очень полезны для учеников, которые затрудняются с подбором вводных фраз и выражений. Тут у них будет наглядный пример того, какие фразы можно использовать в своем ответе. Это практически идеальная опора. Разбор четвертого задания восхитителен. Весь ответ разбит на части. Выделены важные структуры. Так же, как и в третьем задании, модель может служить опорой и отличным примером для выполнения задания. Письменная часть Best Result выполнена в той же последовательности. Также содержит 30 тестов, методические рекомендации и великолепные шаблоны. Через модели мы можем научить использовать естественные вводные слова, не нужно будет задумываться, говорят так носители или нет, так как пособие составлено вместе с носителями языка. Естественно, в тексты добавляли живую речь. Все примеры ответов логичны и последовательны. Как и в устной части, через модели можно показать, научить студентов развивать свою мысль до нужного объема, но в свою очередь и так, чтобы информация не была избыточной и четко соответствовала формату. По итогу, Best Result, не побоюсь этого слова, лучшее решение на текущий момент для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. Выделился он по целому перечню пунктов. Актуальный – издание этого года. Легкий и приятный глазу дизайн. Четкая структура. Пособие содержит информацию обо всех подводных камнях, требованиях, критериях оценивания. Шаблоны ответов. Детальный разбор всех этапов ответа, которые могут быть использованы не только при подготовке к ЕГЭ. Большое и достаточное количество примеров и заданий с образцами ответов позволяет создать четкое понимание уровня сложности экзамена и требований к ответам учеников. Идеально подойдет для самостоятельной работы учеников дома параллельно с работой в классе. Охват тем обширный. Тексты, задания и ответы авторские, уникальные. Их можно брать и за базу для уроков по развитию вокабуляра и грамматики, создавая персонализированный курс подготовки к экзамену. Model answers – говорение «вишенка на торте». Есть даже разбор вокабуляра с произношением. Качественное аудио. Пособие служит незаменимым помощником при подготовке к экзаменам как для студентов, так и для учителей. А на этом все. До новых встреч!